Министерство культуры и туризма Азербайджана постоянно реализует различные проекты, направленные на пропаганду в мире культуры, искусства, исторического наследия, природных красот, богатой национальной кухни Азербайджана. Одним из важных направлений этой деятельности является демонстрация на престижных зарубежных телеканалах ознакомительных видеороликов, посвященных стране. Очередной такой видеоролик, подготовленный по заказу Министерства культуры и туризма, 9 апреля начал демонстрироваться на французском телеканале «Мезо». Видеоролики, отражающие архитектуру, богатство природы и национальной кухни Азербайджана, использовано произведение выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Азербайджанское каприччо». Отметим, что «Мезо» – французский телеканал, посвященный классической музыке, джазу, музыкальному фольклору и балету. Канал был основан в 1992 году.